Все перевозчики отличные. Вы знаете, вы как крестный отец. Они же вам молятся, потому что вы лицензии выдаете. А мы хороним. У нас вот эта зона ответственности. Ответить руководителю транспортного надзора Игорю Ангиповичу сегодня было нечем. Другие ведомства нашли куда больше нарушений, как у перевозчиков, так и у муниципальных чиновников. Постарались и социальные службы. Всем пострадавшим до сих пор оказывается не только медицинская, но и психологическая помощь. Семьям погибших власть республики из бюджета выплатит по 500 000, а пострадавшим по 100 тысяч рублей. Кстати, за минувшие 2 недели после аварии Минтранс вместе с ГАИ и наркополицейскими проверили больше 1000 автокоммерсантов. И помимо нарушений правил перевозки нашли еще 2 наркоманов-водителей. Что такое наркотическое опьянение? У нас был недавно, случай такой, когда погибла девочка, да, и город Абакан у нас перегружен на маршрутной сети так, то есть человек не контролирует себя полностью. Они были отстранены от управления, но тем не менее такой случай произошел.